Вот прибираем свеколку. Свекла такая вот крупненькая наросла, целая гряда. Помаленьку начали убирать. Ботва тоже ценная. Ботву тоже используем в борщ, везде. Сейчас мы ее нарежем, заморозим. И будут борщи вкусные. Свекла полезна для сердца. Вот она даже напоминает сердце, для сосудистой системы. Вот сосудики прям такие нарисованы, как подсказка от природы. На свекле узор сосудистой системы. Вот она. Соки отжимаем. Так, свекольный сок считается удар по печени, как бы его лучше с морковным смешивать. Свекла и морковь на соковыжималочке отжимаем. Красотец. Вот. Красавица. Следующая капустка. Капустка будет капустки. Сейчас свекла.